Свалку горящих опилок на территории Енисейского ЦБК в Красноярске будут тушить, подавая воду напрямую из Енисея. Подготовительные работы для ликвидации очага возгорания уже начались. Также с помощью тяжелой техники отделят тлеющую часть деревянных отходов от неповрежденной. По предварительной оценке специалистов, ликвидация пожара может занять не менее полутора месяцев. Общая площадь склада отходов на ЦБК около 3 гектаров. Ранее эксперты установили, вредные вещества, которые выделяются в результате горения, ветром уносят в сторону жилых кварталов. Учитывая большой объем очага возгорания, специалисты говорят, что для этого может понадобиться промежуток времени около полутора месяцев. Стоит отметить, что данная ситуация была спровоцирована собственником Енисейского ЦБК, и, безусловно, администрация города предприняла ряд мер для того, чтобы именно собственник ликвидировал вот этот очаг возгорания. Но в то же время мы не можем допустить ситуации, чтобы этот очаг возгорания еще достаточно долгое время находился на территории города.